друзья, всем привет, всем доброе утро. Вы на канале Учим Новых. С самого утра мы с нашей сушей решили. Мы вчера это решили. Мы уже вчера это придумали, да. Решили сегодня покататься на роликах. У нас сегодня есть часик время свободного. Полтора года мы это не делали. И даже я человек, который очень хорошо, ну типа хорошо умеет кататься, все детство каталась. Я сейчас встала, мне так страшно было. Заметьте, где она стоит, на траве, а я стою где. Мне скользко, у меня болят ноги. Я вообще в шоке. Мне страшно, мне нужна каска, шлем. Так что мы сейчас чуть-чуть сейчас привыкнем и потом включимся и тогда с вами поболтаем, покатаемся вместе с вами. Не настолько мы еще профессионалы, чтобы спуститься, вот сейчас покажу с какой горки. Поэтому мы идем с Настюшей по траве. С горки, я тебя потом по косточкам собирала. Не надо. Ну, упал я хорошо, да. Да. То же самое, мы вот купили ролики. Я на роликах кататься, честно, не умею. Может быть, в жизни второй раз стоял. Купили ролики, поехали сразу на Зыргусало. Там сделана трасса, небольшие горочки. И я что? О, давай с горки прокачусь. Я понимаю, что я качусь с горки. Я разгоняюсь все быстрее, быстрее, быстрее. И мне уже страшно, у меня же начинают ноги вилять восьмеркой. Я решил там зацепиться за заборчик. Цепляюсь рукой, ноги вперед, я назад, как ду-ду, ногой оперила. Было больно, синяк был большой. И поэтому мы не решились ехать вот с этой горки. Здесь, конечно, не видно, но горка здесь такая нормальная, экстремальная. И поэтому Настюша уже спустилась, я сейчас тоже спускаюсь. Ну ничего, смажем. Проехали мы уже не знаю сколько, может километра 2-3 может. Нет, 3 нет, но 2 точно. Вот. Сейчас вот решили выехать на море, на наш центральный пляж. А для того, чтобы покататься на роликах, мы специально приехали в наш Юрмалас-парк. Юрмальский парк. Ой. Занька, здесь ветра нету, классно. Господи, я аккуратно еду, потому что у меня в руке камера. У нас падение. Потому что куда ты поехала? Нужно было останавливаться здесь, зай. Давай руку. О, обалдеть. Не каждый день увидишь Настю на коленях, которая ползает по пляжу. Прости. Прощаю за все года. Давай, зай, руку. Опа. Ну потому что... Хрустят. Это пальцы или твои колени? Понимаете, здесь был наклон, я случайно туда выехала. Короче, смотрите, мы на пляже. На нашем центральном пляже. Я предлагаю ехать обратно. Видите, Настюша, вон там. Здесь горка. А у меня после того падения небольшая фобия. И поэтому я вот пройду сейчас, половинку горки пройду, и вот сейчас вот встану и поеду. Оп. Во, и поехал. Я боюсь упасть. А, так классно. Опа. О, вот впереди белка. Давайте доедем до белочки. Увидим ее, нет? Зая, там белка! Ой. Короче, мы катались минут 40. Опа. Sorry. Катались минут 40. Мы вчера проходили уже 2 часа. Нет, мы не так устали, как сегодня. Спина ну конечно, мокрая. Это просто как супер жесткая тренировка сейчас была. Я вообще в шоке. Мне, ну я не могу сказать, вот я сейчас ехала, ему говорила, я не могу сказать, что мне прям комфортно. Это, знаете, вот если ты идешь, тебе комфортно, на велике едешь, тебе комфортно, на роликах мне не очень комфортно, наверное, потому что я не очень так себя уверенно чувствую, я боюсь упасть, я падать бы не очень хотела. Но упала. Да. Но не сильно, как бы. Да, но для того, чтобы себя уверенно чувствовать, нужно туда кататься почаще. Это да, но сейчас это такое прям усилие над собой, как будто ты в зал сходил.
тренировка какая-то. Вот. Ну, для того, чтобы не было такого усилия, нужно просто брать ролики почаще и будем, короче, кататься почаще. В общем, хотя на великах покататься летом было некогда. Ну да. А, катались на велике только на даче, я думаю, да? Да. Ну, потому что мы летом живем на даче. Да, и поэтому, я думаю, сейчас осень, самое то, чтобы покататься на велике. А если чуть теплее, сесть на велике и поехать. Ну, а что здесь? Олимпийский. Сегодня что у нас? У нас сегодня у детей бассейн. Так что ждем Полиночку, сейчас должна приехать на автобусе в школьном. И пойдем в бассейн. Берем кофеек, пока ждем детей, пока они приедут со школы. Возьмем, попьем с Настюшей. Капучино без сахара, оно стоит евро 50, видите. Ну все, мелких мы отправили, у нас есть свободное время. Пойдем. Так, ну что, у нас теперь есть 30 минут, чтобы где-нибудь купить, перекусить, потому что Полиночка сейчас должна бежать на английский. Раскрываем посылочку. Настюша заказала хэми. Я называю хэми. Ну, показывай, что там у нас пришло. Та-дам! Сюрприз! Может быть, отправим назад? Это у нас штаны. Штаны одни. Да. Штаны другие. Да. Обратите внимание, оттенки. Угу, не черные, а светлые. Молодец. Я не знаю, подойдут они мне или нет. Мерить будешь сейчас или я дома? Я терпеть не могу. Да и вообще, мне кажется, сейчас, да. Мне кажется, штаны без примерки купить, это жестко. Это жестко очень. Я беру там, где я уже знаю, где я знаю размер, где я знаю примерно фасон, я знаю, как там все в магазине. Но в H&M штаны именно я не брала. То, что я брала всегда в H&M онлайн, я все возвращала. Мы отвезли Полинку уже на английский, перекусили все вместе. Пока. Кстати, перекусили картошечку в люкс кебаб, потому что я уже 100 раз говорила, это прямо возле английского. Боже, очень как удобно. Шаурму мы недавно ели, кебаб и все остальное, поэтому просто взяли горяченькой картошечки. Я не знаю, когда мы сегодня ели последний раз. Мы утром с тобой поели чуть-чуть кофе и все. А, мы ели этот йогурт греческий. Ты сырочек еще, да. Завтра, кстати, приезжают к нам гости. Я хотела... Да, сейчас про гости, подожди. Ну или говори. Да, завтра приезжают к нам гости, и поэтому нам нужно сегодня заехать в магазин, чтобы купить там на стол, чтобы приготовить какую-то вкусняшку. Даже не вкусняшку, а обычную домашнюю еду. Борщ мы будем готовить, ребята, борщ. Это спецзаказ. Вот. Я хоть... А что я говорю? Про вопрос песок у нас. А, поели картошечку. Да, боже, какая она вкусная была в этом люкс-кебабе. Свежайшая, горячая, с этим соусом. Очень было вкусно. И вчера был вопрос про то, что цены мы всегда говорим, а какие зарплаты здесь? Например, сколько получают педагоги, сколько получают там еще кто-то? Я вот, ну, надо лазить в интернете, наверное, смотреть, у них же там эти ставки у учителей, там несколько ставок бывает, да? Ну, наверное, точные из последних повышений там, ну, на бумаге, естественно, да, зарплаты, там же еще налоги очень большие, а, там, может быть, 900 или... Я могу очень ошибаться, не знаю, точные цифры, понимаешь? Ну, то есть вы же должны понимать, что это еще вычтут налогов дофига и больше. И останется зарплата меньше. То есть минимальная зарплата в нашей стране 500 евро вроде. Это с налогами. Это на бумаге, да. То есть, когда вы получите на руки, на карту, у вас будет там 370, что-то такое. 380 евро, мне кажется. Да, примерно в этих пределах. Я еще раз говорю, мы тут не умничаем. Вы в комментариях смело пишите по этой теме. Если вы в курсе, сколько получает педагог, работник детского садика, там учитель, если вы знаете, сколько получает в больнице, там, ну там же тоже медсестра столько, врач, с хирургом вообще не сравнишь, да? У нас тоже среднюю зарплату в Латвии вообще нельзя смотреть. Например, зайдет человек, вот из России был вопрос, это, да? Девушка зайдет и посмотрит среднюю зарплату в Латвии, и она будет там 1000 с чем-то евро. Да? Да. В интернете. Да. Но это все неправда. Потому что она не знает, как высчитывают у нас среднюю зарплату. У нас среднюю зарплату как считают? Они берут все зарплаты, например,
депутат у нас будет получать там 5 тысяч, 6 тысяч, работник сейма 9, не знаю там сколько они получают, очень много. А простые работники магазина, они будут получать вот эти 500, скажем, да? Допустим, ну, на руки допустим. Вообще 300, да? И ведь это плюсуется и делится. А вот это разве справедливо? А вот это разве честно? Ну нет, конечно. Вот отсюда высчитывается, то есть, типа, 1000 с чем-то у нас средняя зарплата будет по стране, а это никто не видит в итоге. Но я к примеру говорю, да, я хотела бы, чтобы вы в комментариях написали, по-любому у вас есть знакомые в той или иной профессии, сфере, пишите, кто сколько, я не говорю там, пишите вашу зарплату, нет, ну примерно там педагог сколько получает, это. Вот, но... Но зарплаты и цены, они несоизмеримы, просто... да, то есть нет такого. То есть если мы сказали, что майонез стоит евро 35, то есть для швейцара это будет дешево. Для латыша, для латвийца, вернее, это будет дорого. Понимаете? У нас несколько лет не повышалась зарплата минимальная, но вроде бы. Слышал такое? Читал уже? Угу. Со следующего года вроде как она будет 600 с копейками. Ну что, вернулось в сравнении с нашими ценами? Цены-то выросли на очень много, а зарплаты не растут, грубо говоря. Я знаю, вот люди, я читаю, я смотрю, люди начинают получать первые счета, у них просто, они не понимают, как им жить. Мы еще не получили счет за отопление, все, ну, мы его ждем, посмотрим. Вся Латвия ждет. Вся Латвия ждет счета за отопление. Если вам вдруг они уже пришли, пишите. Потому что, как писали люди, вот тоже у нас в комментариях, что если там 1000 евро получил, 500 ты отдал за квартиру, как жить на 500? Ну 500 ты отдал за квартиру, но у тебя кроме квартиры вообще еще что-то по-любому есть, тебе за что-то надо везде платить. Одежда, телефоны, интернеты, одежда, медикаменты. Кроме еды и квартиры, знаете, сколько, ну, знаете, вернее, вы знаете, сколько всего в течение месяца нужно купить, оплатить, заплатить, сдать и так далее. А уже молчу, что там многие делают какие-то подушки безопасности, там откладывают на черный день, а не дай бог что, всегда должны быть деньги. Ну, поэтому просто вот сдать на квартиру, заплатить по счету квартиры и оставить на продукты, нет, это мало. Вы представляете, да? Если в Латвии зарплата 380 евро минимальная на руки, у человека есть машина, допустим, ему нужно заправить машину, допустим, 50 литров взять солярки или бензина заправить, 50 литров солярки стоит 100 евро. Представляете? Он может в месяц это сделать 3,5 раза, заправить по 50 литров. Все. Ну я просто сравнение такое сделал. Вообще, это тайна, покрытая мраком, как в Латвии люди живут. Вот те люди, которые приезжают в Латвию, допустим, там на отпуск, там, или которые уехали, которые потом приезжают к себе домой, там, погостить у родственников, у них волосы дыбом, глаза большие, и они спрашивают, как вы здесь даже не живете, а выживаете. Реально. Правильно? Правильно. Как-то. Как-то выживаем, живем как-то, крутимся, вертимся. Да. Как и все. Не факт, что если собрать манатки и поехать, допустим, искать счастье в другой стране, не факт, что там будет, приедем и там золотые горы. Не надо ни работать, ничего, и мы получаем там большие бабки. Ну нет, везде же нужно работать. Правильно? Правильно. Все, мы приехали. Ты про гостю рассказал все? Про гостю? Да, я сказал, что к нам гости приезжают, а кто приедет, они, конечно, увидят завтра, не сегодня. Конечно, будет повод включить наш влог завтра. Все, мы идем в магазин, посмотрим, будем там снимать или нет. Вообще, в XL-сале в Максиме нельзя снимать, там охранники злые. Мы вернулись. Оттоварились, купили вот такую вонючку. Самая вкусная вонючка в машину, это вот эта вот синяя елка. Он обожает этот запах, а мне пахнет, знаете, чем? Какими-то лекарствами. А мне нравится, я обожаю. А ему пахнет от новой машины, да? Да, это запах новой машины. А мне вот какими-то лекарствами. Опа. Вонючими. Пускай.
сиропом. Шикардос. Короче, друзья, кстати, вопросик есть к вам, лично к вам. Напишите, здесь пожалуйста. Здесь подписчики из Литвы. Да. Йозес работает осенью в данный момент или нет? Потому что на сайте в одном месте, короче, написано открыто, в другом месте, что закрыто. Подписчики мне пишут в Инстаграм, что закрыто. Чего? Почему оно закрыто? Что мы пропустили? Не знаю. А мы просто обещали детям на каникулах смотаться. Именно Йозеф, именно Полина ждет. Полина хотела, она еще не в курсе, мы еще ее не расстраивали. Куда поехать на каникулы? Я придумаю что-то. Опа! Так. Фокус есть? Есть. Короче, так, мы дома. Так, забрали Максимку. Смотрите, что мы купили в магазине. Мы купили такие вот пудинги. Пудинги, а раз, четыре штуки. Йогурт. Йогурт. Мы говорили, что это йогурт. Взяли еще таких четыре пудинка. Ванильный и шоколадный. Давай, я подниму пакет, да? Сегодня в Лидл, кстати, не заезжали, а заехали в Максимум. Добрый вечер. Взяли такие же яйца. Ой, не такие же. 10 яиц куриных. Взяли вот такой вот вкусненький хлебушек. Максимка, но мне так тяжело. Мы так будем записывать распаковку очень долго. Ну? Этот пакет. Нет, давай мы сначала возьмем один пакет, а потом второй. Давай. Держу. Максимка мне очень хочет помогать. А это хорошо. Рудзу майзу взяли. Черный хлебушек. Давай. Это тоже. Ой, я не знаю. Это С. Беркика. Витамин С. Это что-то Настюша взяла, кажется, для волос. Это петрушка. Это лук. Короче, вы видите, мы все взяли на борщ. Майонез, сметану, дальше, папа. Разные приправы. Какое хорошее зеркало, пап. Лавровый. Это не петрушка, лавровый лист. Взяли вот две пачки такого молока, 2%, фармилк, 68 центов. Именно взяли два пакета для коктейлей делать. Так, здесь у нас, я не знаю, что это. Смесь приправ разных. Да. Картошечку взяли, картофан. 2,5 килограмма. Капусту на борщ. Господи, кто это поставил? Сюда. Бананчики достали дети, молодцы. Бананчики тоже взяли для коктейлей. Так, если кто-то заплакал, извините. Лук, чеснок. Это молоко. Бариста. Это молоко на... Я не знаю. Это так. Слушай, Настя, знаете, что это? Я не знаю. Какое-то специальное молоко. Спешл. Зачем вы кого-то убили? Полиночка, это просто мясо. Просто мясо. Давай без фанатизма. Вот, на. Горчичку взяли, кребусы написали. Огурцы. Огурчики. Томатная паста. И все? А, нет, не все. И морковку. Да, ну что ты забоялась доставать? Свеклу взяли. И, конечно же, как же борщ без сала. Сало. Мы его закинем в морозиловку, заморозим и завтра. Так, знаете, сколько мы заплатили за вот это все, что я вам показал? В Максиме мы заплатили 51 евро 62 цента. А вы посмотрите, какой? Да, это чеснок. Чеснок. Мы тут в полутемноте убираем квартиру, да, Полишка? У нас еще очень много работы, и Полиночка мне помогает, вешает белье. Максимка мне тоже очень сильно помогает. Она помогает. Ну, хотя бы он отнес то, что я попросила. Нам еще осталось вот эту комнату детскую, и туда я даже заглядывать не буду. Ребята, мы там должны все сделать, и шторы постирать тоже. И белье поменять. Да, у меня сегодня такие были планы, грандиозные. Я уже намыла, убрала всю ванну. Все блестит, все чисто. Я тоже вся блещу. Блестки намазала. Детей порадовать. Мать, понимаете, мать такая на волне с детьми. Они накрасили, я накрасила. Поняла, что сегодня умывалку ведь купили. Поняла, что 4 умывалки у нас с Миленой. Получается, мы же вдвоем пользуемся такими умывалками. 5 умывалок у нас. Как бы теперь это все потратить?
очень хочется спать, но я прям честно себя заставляю убираться. Завтра приезжают гости, и я люблю, когда все чисто, все в порядке, чтобы было уютно, хорошо. Мы всегда так именно ждем и встречаем гостей. Стираю занавеску отсюда. Очень люблю такие шторки в ванну, которые можно засунуть в стиральную машину и постирать. Это безумно, безумно удобно. Я ее часто стираю. Повесила белье я еще здесь в ванной. Очень хорошо, что теперь есть отопление. Конечно же, сохнет белье. Все. Спасибо, солнышко, за один день. На батарее здесь в ванне тоже у нас много чего можно повесить. В основном такое, знаете, трусики, носочки детские. Помните, я вам рассказывала, мы вам рассказывали, что ванна наша сыпется. Но если вот хотите посмотреть, то пожалуйста. Вот так это происходит. И вот так. Вот так и вот так. Покупали мы специальную замазку. Ничего не помогает. Вообще такое чувство, что ты когда этой замазкой воспользуешься, потом еще больше эмаль сходит. Но это вообще не вариант. Причем стоила она так недешево достаточно. Ну, не знаю. Я так понимаю, здесь напишите в комментариях. По моему мнению, это только ванну менять. Если вы знаете какой-то способ, обязательно нам напишите. Потому что ну вот так вот это выглядит очень неэстетично и очень-очень нам не нравится. Прибралась на своем так называемом бьюти-столике на подоконнике. У меня обычно здесь просто вот так косметика лежит. Потому что я крашусь, и мне должно быть все прям под рукой. Здесь все сложила. Чем пользуюсь. Завтра, естественно, это все опять раскидается. Это моя вазочка с заколочками. Я обожаю такие крабики, на самом деле. Они еще в машине есть. Очень люблю разные, красивые. И, кстати, хотела вам сказать про сегодняшнюю посылку штанов. Буду сейчас менять тоже здесь белье. Постелю чистенькое. И хотела сказать, что штаны, которые сегодня мне пришли, обе мне подошли. В Инстаграм уже увидели фотографию с одной парой. Супер вообще на эту осень, штаны бомба. Вторые оказались более тонкими, чем я представляла. И, возможно, просто сейчас это не по сезону. Но как будет, то будет. Но я в любом случае две пары оставила. Мне очень понравились. У Максимки на ужин молочный супчик. Периодически вечером ему варю. Сегодня тоже вот разогрела то, что варили. И он прям сам просит. И он любит, когда он вот так погуще. Короче, ребенок балдеет. Хотя вот он попросил меня сегодня. В садике тоже сегодня утром был супчик. Но вот я прям с детства люблю, когда он вермишелька. Я еще маслица добавляю сливочное. А в садике Максим говорит, что подают с крупными макарошками. Ну, не знаю, может быть, с вермишелькой тоже подают, но мне вот так вот как-то больше нравится. Так, сюда макарошки для Полины. Опять эти. С сыром хочет. Так, одну порцию. Надеюсь, это, мне кажется, это много даже. Не хочу, вообще не люблю варить много макарон, они потом остаются, и я их обязательно выбрасываю на следующий день. Как мне кажется, все равно много. Она хочет с сыром. Вообще у нас такие макаронные, конечно, души. Вообще, а кто не любит макароны? Особенно дети. Мне кажется, дети все любят макароны. Макароны с сыром. Кстати, после варки вот эти макароны из Lidl, да, они не такие яркие будут. Но тоже ничего. Детям как-то весело. Я сегодня еще забыла вам рассказать, что Миленка была у зубного. Нам недавно позвонили и сказали, у вас запись подошла к зубному. Ёпта. Я говорю, в смысле? Какому зубному? О чем вы? Мне сказали, вы год назад записывали ребенка к зубному. И я говорю, правда, да? Я не помню такого. Да. И подошла очередь. Записала еще, раз уж такая песня, да, что год надо ждать. Ну, я знала, это не новость для меня. Записала еще Полинку, Макса.
Куда? Емеленку. Еще раз на очередь поставила, чтобы стояли к зубному врачу. Проверять зубки, как ты чистишь, Да. Доктор просто смотрит, Макс еще ни разу не был. Подождите. Я к чему говорю, что Миленка пошла к врачу. Блин, сбили меня, детки. А, и записала еще гигиенисту. Гигиенисту попасть проще. Я записала и поставила их на очередь просто к врачу. Как бы просто хотя бы они, чтобы были на очереди. Плюс, когда меня записывали, Миленку, ну, ей говорили, типа, к какому врачу хотите? Я говорю, ну, нам все равно. Запишите к хорошему. Она говорит, у нас все врачи хорошие. И она записывает к одному доктору и говорит, это врач из Украины будет. Я подумала, я, кстати, до этого знала, что там врачи из Украины работают много, и поэтому очередь теперь не 3 года, а год. То есть врачей добавилось, это очень-очень хорошо, потому что врачей не хватало, зубных, детских уж тем более. Потому что частные, например, они не хотят брать маленьких детей до 7 лет, платные, а бесплатные, ну, там не хватало врачей вообще. И я просто подумала, зачем уточнять, что врач из Украины или нет? Зачем вот так вот делить людей? Ну, давайте еще будем говорить, русский врач, не русский врач, латыш, не латыш, с Украины, не с Украины. Доктор и доктор. Я не понимала, я реально не поняла, зачем мне подчеркнули, откуда этот врач. Ну, работает он в Латвии, в Лепое теперь этот доктор. Ну, очень хорошо, ну, прекрасно, ну, замечательно. Поздравляю. Зачем это подчеркивать так? Не поняла. А еще я хотела вам рассказать, что все-таки мне сегодня... Хватит болтать, скажи, мама, да? Все, я последнее рассказываю, пойдем дальше убираться. Все-таки я иду на курсы, слава богу, мне написали. Мне написали, мы просто перепутали почту, мне, оказывается, не на одну почту написали, а на другую почту написали. И на телефон сегодня написали, уточнить, буду ли или не буду. 3 раза в неделю. Вечерами я теперь буду учиться. Долго. В понедельник первый раз. И очень хорошо, что не так далеко от дома. Ну, ехать в соседний райончик. И все, в 7-й школе будут курсы. Так что пишите, если вдруг вы тоже идете, если тоже вы в 7-ю школу вдруг. Ну, значит, мы с вами увидимся. А я очень люблю заниматься пластилином, так я уже маме слепила бургер, там, крышку фри, торт. Полина подсела, да? У нее этими волнами, да? Только покажи на камеру, что я теперь сделаю. Хорошо, потом в комнату сходим. Делать, мы зонами. Зонами прибираем. Я спальню прибрала, кухню, потом спальню, потом я ванну помыла, потом Полинка коридор помогла убрать. Мы сейчас уже плавно в зал перешли, сейчас здесь будем убираться, потом в детскую пойдем. Еще нужно постельки все поменять. Что, сына, кушать? Да. И Полинке волнами, она то красками, то фломастерами, сейчас она... Мне больше нравится фломастерами рисовать, карандашами мне вообще не нравится, потому что... И красками ты любишь. Потому что они плохо рисуют, не ярко, и они... Их надо долго вот так вот рисовать на большом месте. А сейчас ты подсела на пластилинчик, уже несколько дней что-то там лепит, это мелкая моторика, это очень прекрасно, да? А теперь огромная сушка. Максик, а ты любишь из пластилина лепить? Я вижу. Да он никогда и не хотел. Ну, в садике он лепит очень красиво. Будем заканчивать. Если честно, чего очень много дел, поэтому я хочу закинуть весь материал в компьютер, пусть оно там уже закидывается. Я начну убирать детскую. Вроде бы только 7 часов вечера еще. Весь вечер можно убираться. Ну, боже, так хочется спать, вы не можете себе представить. Утром ждите, ожидайте. Нужно будет встретить гостя. Ваши догадочки, конечно, можете попробовать написать в комментариях. Встретимся завтра. Пока-пока. Вот так. Давай, пошла запись.